Более 400 участников массовых беспорядков в Махачкале установил Следственный комитет по записям с камер видеонаблюдения. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал председатель СК «Россия» Александр Бастрыкин. При расследовании уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы изъяли более 3000 файлов общим объемом в несколько терабайт. Их детальный осмотр с использованием специальных программных продуктов проводился группой сотрудников несколько месяцев. Напомню, вечером 29 октября прошлого года в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Махачкала после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они предположительно искали прилетевших граждан Израиля. Первый судебный процесс над 5 жителями прошел в июне.